Коля горнолыжного спецназа, новый ученик Юля. Это ее самостоятельный заезд. Посмотрите, как напряжены даже брови. Даже брови напряжены. Очень сильно. Но она сконцентрирована, едет уверенно. Полный контроль над лыжами. Правильная стойка. Серьезное выражение лица. Это явная заявка на победу. Все, вот она на склоне. Уже подъезжает к финишу и финиширует успешно. И я тоже. Весь склон только об этом не обязательно. Ну, с такой большой горки я бы, наверное, в туалет захотел-то. Так, Юля, расскажите о ваших впечатлениях, пожалуйста. Получше. Я сама чувствую, что получше. Я уже контролирую повороты, но тяжело очень. Тяжело. Очень тяжело. Никому не советую. Так ездить. Ну, вообще ездить. Надо ехать сразу. Дорогие, спорт, сразу лыжи. с черной трассы. Не слушайте. Да, с черной надо. Вот так ехать с детской. Мне надо постоять. 50 тренировок не надо. Не 50, первый раз одна. Молодец.